Fernandando, SNES 9X. Ну, я хочу. А, блин, SNES. А это не лезут в мем уже. Там такого нету. Там есть другой. Ну, окей, без проблем, конечно. Так, это SF SNES, да, где нужно искать его? Ну, там да, SF SNES. Самый верх, ну, там вроде как. И чего тут? я там кого-то слышу. Бомберман. И я уже слышу. Это у меня, скорее всего. Ну. Так, SNES 9К. Окей. Мус. Теперь осталось найти бомбермен, куда языки закинуть. Так, а мы на каком сервере играем? Ему Лэнд. Лэнд. Тут красный уже создан, который, да? Да. По-хорошему нам, конечно, надо было посмотреть, может, есть какой-то сервер, где у всех что-то средненькое будет. Надо было. Это на какой-нибудь Сибири. Ламп, у тебя там что-нибудь есть приличное в списке серверов-то по пингу? Так в районе 50, чтобы раз до 120, наверное, половину. Чем ты шипишь очень? Ну, я не знаю. Вот так. Равно. Голос стал тише, а шип остался прежним. От носа. А так? Вот, уже лучше стало слышно. Хорошо. Вот у меня, например, Тула. Тула, это, по-моему, не ближе к востоку, да? Польша, Франция, Европа, Нидерланды. А тут, по-моему, нет ни одного сервера такого. Не, у меня самый низкий пинг, это какая-то неизвестная локация, там... 218, 224, 155, 172 и 27. Ну, который неизвестный, то он там как называется? Он так и называется. Unknown Server. Через... Ну, у меня он тоже через 0 в конце, да? Да-да-да. У меня 78 вот там. 47 миллисекунд. Ну, вот, более-менее. Сейчас я верну. Как? Чё, это самое маленькое, что ли? Unknown Server! Как там? А, все вижу. 110 у меня. Одному уменьшили, другому увеличили. Да. Ну, есть еще Pixty Emulator Server 93 миллисекунды. Дальше уже идут полсотни и больше. Pixty Emulator? Угу. Китай который. Ну, я такого вообще не вижу. У меня он вторым идет просто. 328. Ну, вот видите. Может попробовать сейчас. 297. А, их тут много. Тут этих хункнов сервер-то очень много, честно говоря. Не факт, что у нас один и тот же. Китай. А так, ну чё, идём на M-Blend, что ли? А у тебя вот неизвестный этот сервер, он какой IP ты там у него написан? У меня? Ну да. Я, блин, уже закрыл он. Сейчас. Не, там при списке серверов, там прямо справа. Не-не, я говорю, я просто самого закрыл эту. Тут все сервера-то, блин, либо в Европе, либо в Америке. 218, 224, 155, 172. У меня это тоже, у меня 296 будет стоять. Так что фиг с ним. Ну там как получится. А тот, который мурашу, у тебя значит 120. 125. Оба. Ну это нормально. И Муленд, и... Давай ему Лэнд, значит. Нам нужен кто-то в центре России, кто может сделать сервак, чтобы мы с двух сторон к нему подсоединялись. У нас Урала. У нас Ханк, товарищ, с этого. У меня с ним 4 часа разница. Так что если его только цеплять. Если он не в Америке живет, то да.
Да нет, вроде. Мне говорил, что переезжал. То есть он не шпион законсервированный. Ну давай присоединяйся, попробуй. Так, я тогда Супер Бомбермен 5, да, Gold Cartridge. Да. Ты сейчас просто игру... у тебя уже, наверное, запущено. Значит, на сервер заходишь, там увидишь внизу списки игр уже активных, там крас где-то есть. Вот не щелкаешь два раза, ты присоединишься. Так, сейчас, 3 секундочки. Что-то столько каких-то людей здесь сегодня. Жалующихся на наш СНЕС. Типа, что это вы тут забыли со своим СНЕСом? Кто ж такой громкий-то? Вайхада-сан. Ездецкий какой-то. 187 пинг. SK это кто? Не Вомп? Не знаю, кто такой SK. Там где? Нет, вряд ли. Я только кому это допустил, сейчас. А чё-то вряд ли. В этом списке я знаю только Сторма. Так, 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 быстренько сейчас джойстик настроить. Джойстик? Или геймпад? Геймпад, геймпад, товарищ привереда. Окей. Может, он джойпад? Конечно, со спингом 100 будет тяжко. Чё, посмотрим. Ну, ему будет тяжко. Ну, и посмотрим. Вот так сейчас будет сразу фреймов 12, наверное, а у нас 5. В лучшем случае. Ну, помнишь, как мы играли в этого в Краша Баша? Вот, да, будет хуже. Что увидим? Для него. Если управление не будет так же виснуть, как там-то нормально. Так, так и будет как раз-таки, если не хуже. Так, теперь куда мне зайти, чтобы зайти в сеть? Ну, сейчас сохрани управление и перезагрузи эмулятор заново, чтобы у тебя там сохранилось. А то он бывает так зависает и после этого все забывает. Если ты его закроешь некорректно. Так, ну все вроде бы. Угу. Ну, запускаешь игру, потом там влево где вот вкладка файл, там есть play carrier, not play или что-то такое. Да. No ROMs found. Ну, ты сейчас покажи игру, запусти ее на одного, потом уже нажимай. А. Потому что он так не определяет папку, он где-то в другом месте ищет. Вообще должен. Ну, у меня не определяет. Можно сказать, неправильная папка. И прям там же эмулятор лежит. Ну, видишь, как неправильно. У меня не там же. Так. Угу. Все, нормал гейм, да? One player. И теперь, как только загрузится файл, like, no ROMs found. Как так? У тебя прям при запущенной игре ты нажал, у тебя не нашел? Тогда опять пока запусти, а вот это делать. А у тебя пульт так. Без рук? У кого... Путь к файлу. Я его закинул прям в папку с СНСом самим. Ну, а оно само где лежит. Не, ну, надо, чтобы к нему тоже был. Не то, чтобы надо, но вроде как. Может, в смысле, к эмулятору имеешь в виду, да? Ну да. Чтобы к этой папке весь путь был без русских букв. А сейчас я его в корень закину и все. В худшем случае сейчас у тебя настройки все слетят. Хрен, 5 секунд перенастроить, сейчас проверю. JPAR Configuration, да вроде все то же самое. А ты Бомбермен вытащил? А, ты запускал его. Тогда да.
Или мафия не вамп, не? Ну, вамп, наверное, будет вамп. Ну, как бы логично предположить. Мало ли. Да, что-то. No ROMs found. А сама игра запускается нормально. Да, вот я зон 1-1, то есть уровень, сам первый. Ну хрена, это сейчас попробуем. Netplay, нажми там галочки, чтобы стояли send, ROM, image to client, sync, using, reset game. Вот эти две галочки есть у тебя там во вкладке Netplay. Так, Netplay, ага. Все это вообще, да? Нет, send, ROM, image и sync, using, reset game. Есть такое? Два последних пункта, короче. Ну да. Все, две галочки. Были уже или поставил? Самая последняя поставленная, вот send, ROM, image. Наверное, send, ROM, image, конечно, наверное, в этом проблема, нет? У меня тоже. Попробуем. Как? Не, no ROMs found. Перезагрузим эмуль. В смысле, ты когда нажимаешь color client game, у тебя уже прям... Ты как ROM открываешь? Ну, я его кидаю через... Нет, ты сделал лодки. На ярлык. Через файл лодки. Ну, вы извращенцы вообще. Ярлык? Не, ну вот этот какой, блин. Ты берешь, нажимаешь файл, load game, и после этого она загружается. А кидать что-то в ярлык — это извращение. Так, даже не каждый эмулятор умеет, по-моему. Например, в какой-то... А, нет, ты архивы кидал в этот эмулятор, он не работает так. Ну нет, собственно, сам разархивированный файл кидаешь, все. Ну, значит, через файл открой, потом туда. Аллилуйя. Так. Теперь. Мастер релиз, да? Заходишь? Ну да, если у тебя там. Там можно, когда ты его найдешь, этот сервер, там справа будет кнопка такая, добавить в какой-то там лист. Так, Эмураша или Эмуленд. Эмуленд. Сейчас его найдем. Эмуленд на этот сервер, да? Да. Да. И там еще тип соединения у тебя должен быть не LAN, а... Там вот. По умолчанию, по идее, good. Именно Щепыч, Дерфас, Кейтун, Газдейт. Это оно, да? Один, да. Один есть. Чаван вот стоит. Ты там поменяй тип соединения, там же, где вот ты ник уводил на той же, в том же окошке, справа там будет тип соединения, и там переключи его на good. Видишь, все-таки нелогично. Ожидали вампа, получили единичку. Так, значит, надо просто поменять этот, имя где-то. Нет, ну, имя и обязательно. Соединение. Обязательно. Так, где оно меняется еще раз? Предыдущее окошко где-то вот ник вводил. Он еще не вводил. В том-то и дело, что... Ну, закрой. Это сам сервер, закрой окошко. И вот в этом, где вот ты выбирал мастер-сервер-лист кнопку, вот в этом же окошке, там вверху есть ник. И справа от нее есть connection setting. Вот поменяй там. Нет, на good. Стоп, стоп, стоп. У меня вот эти вот целые 76 серверов найдено, да? Эмуленд. Нет, точка. Это закрой. Это закройте. Да, у тебя там маленькая окошко такая, и там connect, ping, trace, add, edit, delete, вот оно, вот это окошко. Все, вижу, good, да? Да, good, и... Ну, как да. Ник там еще слева. Все настроил, сейчас... Ищем снова. Ту хрень? Ты его прямо как найдешь, там правой кнопкой, или не правой, просто выдели этой строчку, и там справа есть добавить в список какой-то. Там у тебя будет от local есть, да? Это, да, да. Все, вроде здесь. Ну, нажимай два раза на красное, и у тебя присоединится. Ура! Да ты куда? Ты подожди, ты, блин! Что случилось? Это я был. Блин, ну как так-то? Красный. Чё ты так резко-то не на курок жмёшь? Заходите. Жду. Так, два раза на красном. Зашёл, да. Щепыч зашёл. Просто мышкой. Чё-то должно измениться? Да. У тебя должно быть окошко открыто, там это список игроков. Тыкаю на красного, ничего. Ну ты делал, ничего. Должно. К
как минимум тебе должно быть сообщение, что у тебя ROM неправильный. 122 нормально. Если учесть, что есть какой-то SK, который 187 пинг играет, значит нормально. Но он еще не играет. Ну, мало ли. Ну, правда, два раза тыкай, что тебе пишут слева-то. Ну, там, в чате где-нибудь или еще что. Ну, Emulinker XV202, Joins Lem, я, то есть, и Joins Chepach. И ничего ниже нету. Да. Ну, то что-то. Пока гейминг. Нажми тогда правой кнопкой, нажми потом join, там есть вариант. Да у меня уже пропало, ты играешь сейчас. Я уже вышел. Красный решил, все, ему надоело. Сделай щепоть, что ли, Федор, ты тогда. Не надо щепоть. У меня правая кнопка, это ничего не выходит. Как так? Вот ты, допустим, вот там какой-нибудь, вот сейчас этот Who Super Bomberman. Правой кнопкой по нему нажмешь, и там кнопочка join появляется. Во, наконец-то. Ну, видишь, давай. 11. Сервер плей, 4 плей, 4 плеер, давай 3. 11 фреймрей, давай. Это нормально, наверное, да? Сдохло! Ну, он да? Еще думает, подожди. Сейчас до лампа догрузится, все. Десинк детектед. Красный, это что десинк-то, а? Мой сдох. Вот. Я мой. Значит, надо сейчас все это закрыть аккуратно, чтобы оно не зависло. И потом заново. Все окошки аккуратно закрываем, эмулятор закрываем через файл. Добро пожаловать в стрим неработающей игры. А стрим уже идет? Ну, уже минут 20, наверное. Отлично. Как обычно, собственно. Как всегда, мы стримим на стройке, нормально. Ну, вчера мы побили все рекорды по этому вопросу. Да. Дважды причем. Это было бы шикарно. Я солдал. Нус. Да. Четвертого игрока отклик. Кажется, идет, кажется. Хорошо. Ну что ты, все. А нет, вот пошло. Правда, у меня ничего не нажимается? Как так? У меня нажимается. Вот пошло. Может, и управление сломал себе? А, куда мы? Кто рулит? Я рулю случайно. Рули, давай, рули. Так. Петлу. Нормал. А, может так. Какой нормал, ты чё? Значит, зачем же нам нормал сейчас? Так. Первый. Стартом. Пробуй управление. Стартом выбираем. Ты зачем пятого игрока включил? Ой, блин. Так, сейчас, секундочку. Все бы хорошо, но у меня ничего не работает. А что ты управление себе сломал? Я думал, у меня со вчера осталось. Почему у вас все так сложно всегда? То одного пинг, то у второго микрофон, то у третьего управления. Это эмулятор, он не забыл. Так, не надо, у меня все работает. Да я не про тебя, на тебя как раз я не жалуюсь, ты новенький, тебе можно было. А у них-то, блин, уже 15 раз все одно и то же каждый раз. Так, сейчас, одну секундочку. Так, ну... А, ну, тогда я... Тоже. Мы что, уже вышли, что ли, блин? Отойду. А я что-то сижу, жду. А мы, кажется, вышли. Я креат Нави гейм. Так, еще раз, выйти из эмулятора заново, получается? Ну да, закрою, чтобы там все запомнилось, сохранилось. Сейчас проверим. Я вот сегодня поиграл в новую игру Earthlock. Типа RPG-шка, вроде так ничего такая. Я даже для Чанарда его застримил, с комментариями даже. Даже с комментариями? Ну, вот я смотрю на скриншот, который там в этом в Дискорде висит. Что-то какое-то оно непонятное вообще. Оно на Юнити. Не, оно так ничего, вроде. Оно вообще какое-то? 3D или что это такое? Ну да, 3D. Просто по скриншоту вообще непонятно. Там система-то обычная такая. Стандартная. Earthbound. Что-то знакомое. Ну-ка. Нет. Это Earthlock. Да, Earthbound это на скрипте, который... Mother 3, который...
Сейчас я быстренько в Steam залезу. А, в Steam что-то что? Такое я где-то там видел. Nordbound вот это другое. Ну да-да-да, может перепутал название. И так ничего, вроде поначалу вроде неплохо. Не знаю, как оно потом будет. Ну, какое-то оно мультяшное такое, прям. Не восьмая. Главное, по скриншоту, который в Дискорде, там вообще не похоже на то, что я сейчас в Гугле смотрю. Ну, это я сейчас ходил там, это исследовал сундуки, спрятанные есть ли. А тут сплошные какие-то вошел. Пустыни, какие-то огороды. Ну, да, в конце там огороды походили. Я там искал скрытые локации. Не знаю. Нашел храм и начало игры. Не знаю. Так, вопрос. Это сейчас три человека в этом... О, с красный где-то там ходит. Угу. Значит, ничего не зависло. Я здесь. Присоединяюсь. Спокойно. Эмбленд. Ты где там? Всё, нашёл. Кому-то следует уменьшить звук. Худо сам. Ну, у меня громко, но я не знаю. Как так? Спокойно, там? Я рулю. Рули? А вообще... Чё-то как-то... Странно ты рулишь. Это не я делаю. А кто? Отпустите курсор. Блин! Кто хулиганит? Успел. Так а дальше что мы будем делать? Кто-нибудь нажмите вниз вверх, чтобы это остановилось. Ну я нажимаю на последний. Я тоже нажимаю. Кто-то низ держит или вам. Ты что, нажми тоже? Я ничего, у меня вообще жестик отключенный был. У меня что-то название неправильно работает. О, Щепоч, что ты с нами делаешь? Щепоч, что ты настроил там? По идее должно быть все хорошо. Опять выходим? Сейчас, короче, на одного зайдем и там увидим. Не на одного. А чё мы увидим-то? Ну, в смысле, кто идет влево. Или вверх, или куда там. Не, ну вот здесь-то мне нормально было. Возвращаемся. Давай, все, пошли обратно туда. И все. Может сейчас уже нормально все. Ну уже поздно. Как все? Почему поздно-то? Ты вышел, что ли? Заново. А как обратно тоже не войдешь, если вышел? Я вышел. Почему? Я имею в виду, блин, в игре ты перестал бегать. Так ладно, я сделаю сервер, так и быть. Сервер прямо? Да. У нас кто-нибудь, кроме Щепоча и меня, может делать сервера? У меня есть. Ну я, правда, нету. Нет, я вообще... Ни разу не пробовал. Для будущей информации пытаюсь понять. Не знаю, вамп у тебя IP постоянный или же переменный? Ну, вамп, от вамповского сервера, я боюсь, нам толку будет мало. Это мало, наверное, так для справки. Да нет, постоянный. Значит, это уже может быть сервер. Вряд ли. Сколько раз пробовали с Вандиком всякие игры в кооперативе, только он может делать. Ну что опять началось? Ну, боже мой. А вот сейчас... А, нет, не получится. Что за бред вообще? Сейчас я, короче, на одного запущу и посмотрю, идет у меня так же или нет. Или лучше каждый зайдите, посмотрите на одного. Ладно, ладно. Будет так курсор или нет. Ну, сейчас по всей видимости, это после твоих настроек началось. У тебя сначала вообще ничего не работало. СНЕС умер благополучно. Нет, почему на первом меню не работает? Вернее, работает, а на втором нет. Первое же меню только не ездит. Не знаю. Правда, нет, вообще вверх вниз не работает. Эх, вамп, во что ты ввязался? Да ладно, стандартный процесс. У меня все спокойно. У меня тоже не ездит. Как не ездит? В смысле, все служит у меня. Теперь ищите вы. Стал быть. Да и главное, на одного, когда играешь, тоже нельзя второго игрока выбрать, если не включил. А не, не могу выбрать.
Че, у других тоже у всех все нормально? Да. Ничего, не ездит с курсор, все нормально. Значит, что-то у нас там совместно. Нет, у меня все находит хорошо. Так, ладно. Ой. Чепыч, создай ты. Уже крас он создал. Нет, уже вышел. У меня тут Steam, Дед Мороз, когда я при действую. У меня, говорю, в Стиме Дед Мороз играет в Крю. Ну, и в Ubisoft-овские гонки. А что-то про Дед Мороза я видал сегодня. Только я не помню, где и про что, но что-то про Дед Мороза было. А, там какой-то то ли фильм. Что-то там Дед Мороз сражается против чего-то. Только я не помню, где ты его видал. Чепыч, создай. Чепыч, сделай сервер. Игру они все. Где? Я... А, вот. А, все вижу. Мус. Я старт нажал. Drop. Press drop if emulator fails. Это мне играно. Или что, у нас только не того? Что с тобой не так, Щепыч? У меня все хорошо. С эмуляторами что-то не так. О, боже мой. Надо перезапустить эмулятор. Ну, естественно, куда же без этого? Дерф, так и назови следующий этот. На ютубе видео. Я создал. Как назови? Как назвать? Стримим этот эмулятор. Настройки. Ну, пока мы черный экран стримим в основном. Все, пусть он создал. Мус. И сразу пошло. А вы говорите. Еще бы управление сейчас хорошо было, и все. Размечтался. И... О, ничего себе. Вроде работает. А, я не управляю ни кто я. О, блин, я красный. А? И так тоже не управляю. Щепыч, ты ведь шутишь, правда? Чини так, свой эмулятор, а? Может, у меня мультитап какой выключил? А, хотя тут нет мультитапа. Чё ты там опять нахимичил у себя? Не знаю, я ничего не настраивал. Как же так-то? Я на одного же она же работала. Как так-то? А чего ты пишет? Ничего не пишет. Ну я не знаю. Эх, пойду еще раз настрою. Enable Multitap. А тут что-то не пишет галочка. Вот, стоит. Multitap, не галочка. Нужна там галочка. Точно? У меня нету. Да идите, у меня опять все сбросилось управление. Как так-то? Так, иди и сбрасывай весь реестр. Весь вообще. Перестань ось вообще. Я его прошлый выходной представлял. Все хорошо. Так. Моя очередь создавать с неработающим управлением. Ламп, ты перезапустил все это дело? Да, я здесь. Нет, я имею в виду, эмуляторы все перезапустили, все, с нуля? Да, с нуля. Сейчас посмотрим. Вроде, да? Ну, вроде, да.
блин, дурацкий тут. Из-за этого ничего и не листал, что у него проблемы. Ты чё, всех уже канал, конечно. Как сделать, чтобы чертов X-Split все время видел этот чертов SNES? Кто там? Он не листается, хорошо все. Ну. О, я двигаюсь, хорошо. Все. Ох, неужели? Только я не помню, какой я. О, второй. Я. А если крестик, что, это просто закроется? Или что это такое? Рендер? Mm-hmm. Блин. Не на то. Оставь в покое крестик. Не, он вообще ничего не дает. Это типа наш скрытый какой-нибудь персонаж. И это же выход. Нет? А, нет, я нажимал, ничего не давал. Да, чего, подожди, ты там... Что? Тут разве не должно быть вот так вот? Я не помню, честно говоря. Ладно. Щебра! Ну как? Ну, как оно вам? Ну как, нормально? Сейчас рвану стену. Ну, управление-то вовремя срабатывает. Да? Мгновенно. Отлично. А я вот играл Crash Bash, у меня там оно вообще хрен пойми как работало. Так что все хорошо. Ой, блин. Уж не знаю, как оно у тебя там мгновенно может срабатывать. В чем смысл игры, а? Всех взорвать. Sonic Mode Activate, да? А, блин, я отдал свой. А где я вообще? Кто-кто, расскажите мне. Я красный человек. Красный человек. А, и так я помер, да? Бросать бомбу. Да. Если ты кого-нибудь взорвешь, то ты воскресишься. Да я что-то перепутал персонажа черного с синим своим. Ой-ой-ой-ой. Одинаково цвета. Блин! Эй. У меня звук в микшере стоит на 5% для этого SNES-а. Я все вырубил в микшере. Не, у меня оба процесса почему-то не определяются как звук. Чё ты какую-то плохую операционную систему там поставил, я чувствую. Не, нормально, всё хорошо пошло. Фу. И Discord неправильно работает, и SNES неправильно работает. Что же будет дальше? Страшно представить, что будет, когда мы начнем с тобой в Midnuffin играть. Ой-ой. Привет. А, я не то хотел. Я только хотел заразить. Черный, ты кто? Я. Ты? А почему ты не толстый? Я случайно выбрал не того. Эх ты. Вот как теперь тебя отличить? У меня одна бомба, что ли, только вообще не сейчас. Что там происходит? Убил! Замечательно! Вы что, обалдели? Немножко переборщил. Да, действительно. Самый малость. А что боксер делает, я что-то не заметил. Он бьет по бомберменам другим и оглушает их. Да и Кейти не на того смотрел. Можно пинать бомбы? Да, можно. Если там возьмешь апгрейд соответствующий. Как же так, вам? Ты никогда не играл в бомберменов? Ах ты молодец какой! Ну ничего. А? Фу. Что делать черепок? О, черт. Болезнь тебе дают. Самые разные болячки. Либо ты становишься медленным. Красный, ты живой. Оу. Был. Спасибо. Ай-яй-яй. Ну что такое? Что за глюки? Просто перерыв. Ай, ой, ай. А у меня игра стала идти быстрее. Гораздо быстрее, я бы сказал.
Ты можешь... у меня такое чувство, что у нас ван отвалился, что ли? Там в коллеге-то ничего не написало? Рассинхрон, что ли? Блин. Вроде нет. Так, а чё ты тогда умер-то, если вроде нет? Я просто закрыл это. Не смотрел, я смотрел на спину этот. Ну там вроде ничего не написано. Ну я говорю. Сейчас посмотрим. Ну сейчас чё, раунд начался у всех или как? Да. Все четыре человека на месте. Она ещё нормально. Блин. У меня проблема не в том, что клавиши нажимают, ну отзыв идет. У меня проблема в крестовине, кажись. Чё оно? Блин! Играй на клавиатуре. Ай. Ну это же не это. Основал, да? Это не это что? Ой, как так ты умудрился? Ну теперь Чана нету, теперь я за тобой буду гоняться. Ай-ка отойдём, ну. О, ах ты. О-о-о! Ах ты. Не успел убежать. Ничья. Чё-то у нас там два одинаковых-то вас. Вампира. Вот, блин. Ай, блин, я чё-то тоже рано убежал. Oh. Да какой же ты молодец! Ага, фиг тебе. Чё там выжил? Ай. А чё это как ты часто стреляешь-то? А это вот такой глюк в этом бомбермене. Можно вторую бомбу кинуть как раз в тот момент, когда взрывается предыдущая твоя. Ё-моё. Чана нету, пишется как нету. Где? В Дискорде? В Дискорде Чана нету! Нос. Кул страйк. Ну, почти. О нет, ты будешь проходить сквозь стены. Это будет мясорубка. Начнем с тебя. Почему сразу с меня? Ты вместо Чана сегодня. Давай, давай, иди, иди ко мне. Бум. Ты сам себя убил. Че делает этот Марио, типа огонек? Усиливает твой огонь. Ой, взрыв. Ой, ой, блин. Огонек усиливает взрыв твоих бомб во все стороны. На сколько-то там этих клеток. И он стакуется, так сказать. А, куда я уехал, так нечестно. Собственно, как и все остальное тоже. Чанар что-то пишет. Чан слышит, что я разговариваю. О боже. Блин! И снова близко рик какой-то. Что-то я забыл, что я сквозь стены хожу. А, я уже не хожу, блин, офигеть. На. Один раз. Наверное, до смерти до первой. Потому что раньше что-то вроде как сохранялось вроде. Или так. Ой. Берите отсюда за череп. Да блин, ты бы... Да что... Дурацкий идти. Я успел победить. Ну ничего себе, ты жжёшь, конечно. Чё-то тут непонятное произошло у нас. Щепыч будет за место Чана сегодня. Ты чё так налево ушёл? Секретные... Методы используешь? Перебрал. Одно, да? Одно, шикарно! А, две. Там еще заднюю задело как-то. Пустые.
ты, это хорошо. Чан, вместо того, чтобы там комментировать, уже играл бы с нами. А есть игры на пятерых? Да, это же. А, на пятерых, да. А. И не только он есть на пятерых, у нас там много всего на пятерых уже есть. Благодаря турбографику X16. Не знаю, мне не кидается прям. Блин, кап-пап-пам. Разорвал на куски просто. Красный огонек на максимум установил. Дает дальность. Ни хрена не сделал, победил. Я его называю золотым. Так, да. Да, у меня вторая бомба только на первый бой давала. Ты тоже, ты тоже ж проиграл ведь. Я говорю. Замечательно. Успел вовремя. А, то есть надо выиграть, чтобы он остался? Ну, я предполагаю. Потому что я помню точно, что он у меня сохранялся когда-то где-то, в какой-то, в каком-то бомбермене, уж точно. Ой. Ай, блин, что я сделал? Пока. Какие у нас быстрые игры сегодня. А нет! Исчез золотой. Это просто боль была. Не-не-не, дай бой. Все очень плохо. Ай. У нас у одного человека нету кубка. Быстро дайте ему кубок. Сейчас. А, я ушел. Порвал? Нет, да. Мина! Хитрец! Почти кубок, да. И обладателем хрустальной совы сегодня стал никто. Ой. Чё я... Золотой. И. И. Да, блин. Я-я-я! Бум! Хорошо. Ай-яй-яй-яй! Отдушили! О, черт. В кустах была бомба. Жалко, что не рояль. Наверняка. И бандит в Сабрера выбивает. Страйк. Фух. Ну, почти. Опять стену. Ну ты посмотри-ка. Ща проверим. Нет, тут не. Тут боюсь, что не проверим. Это будет дискотека. Ой, мамки елки, стробоскопы. Да это ничего не дает, вообще видно. Не скажи. А ты злодей. А чему? А, ну да. Да уж. Сейчас узнаем, вот сейчас должно сохраниться, по идее. Не, нифига нету. Только на один раунд. Один раунд стал у нас. Внимательно запоминаем. Да, моя взрыв, я хочу успеть.
Нифига ты там бросил через весь экран. Беги! Не получилось. Сейчас они сильно в ту сторону улетают. Бум-бум-бум-бум. Бум. Бум-бум-бум. Испортили мою зверушку. Да блин! О! Куда идти-то можно тут вообще? Ну держитесь. Запер, да? Все-таки цепанул себя. Я ужас, летящий на крыльях ночи. Ну почти. Я чуть, зачем я взял? Ух ты! Будем применять хитрости. Да. И снова две выпьешь. Гениально! Захитрил! Это все часть большого плана, да? Ну видите, да? У вас сейчас будет быстрая скорость, а у меня медленная. А, нет, меня сняли тот бонус. И мин больше нету, да? Нифига, мина пролетела. Ауч. Чёртовы мины. Что я взял? Что я такое взял? Скажите мне! Ааа, нет! Я. Киокидо-сан. Ой, ой, ой. Прощайте, други. I'll be back. Блин. И больше нет у меня, да? А разогнался-то, а? Да. Поспешил. Типа с заносами что ли, блин? Рифтуй. Да что ж я на свои взрывы-то напоминаю, нарываюсь постоянно. Ну ладно. Ты еще можешь помочь кому-нибудь. Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Это была безысходность. Удачно. Удачно, конечно. Здорово. Я так понял, одну бомбу за раз, да, можно поставить, пока не рванет? Там, чем больше бомб соберешь, этих бонусов, тем больше бомб. Ну, в общем, максимум 8. Нет, смысле... Одновременно. Да. Да. Мину испортили, ай-яй-яй-яй, что я взял за гадость? Я взял понос. А, это не то. Да! Кто там мину оставил? Ха-ха-ха!
Вот вам он усвоил урок по поводу того, что я сказал. Как это она же взорвалась уже? Почему она опять сработала? Ура, два кубка, я не ничтожество. Ой, блин. Это что за кенгуру Джек на карте? А вот фиг. Фиг. Да, да, не так нечестно вообще. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Я успел победить. Ой-ой. Прощайте. Я кошка мана, я самоубилась. Блин. А, как там мины-то, когда она только что же была? Ой-ой. Чё, как это сработало? Дай не туда уже. Блин. Минус собрал. Блин. Пока. Так. Давай, давай. Я успел. Хорошо же. Показалось, что что живу. А! Нет! Нет, уйди! Сам сворачивается. Я же говорю, у меня проблемы с крестовидой. Мастик бы назначил тогда. Ну, потом уже переназначу. Он только чанард специалист мастик играет. Ну, я думаю, от плохих. Она нечестно уехала. А? Оп. Оп, а как я появился? И пропал же. О, наконец-то! Все, полный комплект. Ай! Разогнался. Ах ты негодяй! Ой! Нет. Но! Ой, я, кажется, ногу отбил. Оба. Ой. Тащи красный. Как так можно было? Почти затащил. А! Тише.
Что за фантастика? Да шо ж ты такой быстрый-то? О! Победа! Абсолютная ничья! Теперь у нас будет бесконечно ничья. Я успел. Ай, блин, и сюда убежал. Блин! Внезапно вам затащил. Боулинг. Так, как в боулинг? Лево, вправо на А кидать. Ну, А это которая правая кнопка. А ну да, там сверху шкала, она катается, надо установить его в нужном месте. Да ладно, я боулинг так же играю. Лёд влияет на что-то? Да, сейчас мы будем скользить. Нет, вроде. Разве? А, тут вон эти... камушек скатывается. Что дают лапки? Лапки? Которые? Лапки. Ну, японские лапки, эти деревянные. Которые ты получил, замедляют тебя. А, ну, понятно. Хуже не стало. Ну, видишь, я сейчас ползу медленнее. А? Не, класс. Сиди там. Я еще так и победить могу. Спасибо. Ну, спасибо. Обращайся. Ты что, красный, что ли, на кенгуру оказывается? Атош. Атош. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пора расстаться с кенгуру. А, блин, меня завалило снеговиками. Обснеговичен. О, черт. Ах ты! Ну чё, ты прям так упадаешь, что ли, помню? Вот так же получше. Ну, спасибо. А, я бомбу не могу ставить. Ёп! Эй! Я не победил. О, нет! Это гребаная лунка. Чё-нибудь как обычные бонусы упадают. Mm-hmm.
Кто может посоветовать кооперативные игры на одном экране для третьего PlayStation? На, пока я не взорвался. Ну, мы не играли в такую приставку. У нас таких нету приставок, да. Нету. Я вот хочу третью PlayStation, но, блин, я хочу слимку, которая первая слимка была. А её хрен где достанешь. А что хорошего в той слимке? Эмулятор 2? Чёрт! Нет, просто внешний вид. Что у нее этот загрузочный CD-ROM такой выдвижной. Мне не нравится вот эта ребристость этой последней слимки. Не ребристость, а как тёрка. Выпукла полукруглая, это которая? В смысле полукруглая? Ну, в смысле она, не знаю, похожа на овал, если сбоку посмотреть. Не знаю, у нее как диски вставляются. Ну, с этого, в щель, короче говоря, не знаю, как по-другому сказать. Ну, значит, вторая сна будет, ну, первая слимка нормальная, которую я хочу. Ну, если, конечно, у тебя не толстая самая первая. Да, как она так случилась? Может быть, толстая. Ну, она такая... Как пианино черная или такая более матовая? Ну, как пианино черная. Ну, значит, у тебя самая первая. Ах! А я чё, выигрывал, что ли? Я даже не знаю. Пока мы тут обсуждали PlayStation, я даже не заметил. Экспериментируй, давай. Немножко переборщил. Вроде наоборот не докатил. А, сплит. Как страйк-то вообще выкинуть? Закрутить надо. Закрутишь, по-моему, с другой стороны прилетело. Да ты прям прямой наводкой кидай. По центру не попасть. Не катай. Так, что дают стрелочки? А если ты пнешь бомбу ногой, и она покатится через стрелку, она изменит направление по направлению стрелки. Блин, фигли он так рано. Вот этой я ногой, которая я вот... Я думал, это подбираемый предмет, а не мина. Да-да-да. Есть такое дело. Ай-яй-яй-яй. Да. А я спасся. Бум. Немножко не успел. О! Чей? Ничей. Оу! Вау! Воу! Ва! Что творится-то? Самое интересное, что нету пиналки-то. Спасай от меня! Спасайся! Ой-ой-ой! У меня ни черта нет. Ни бросалки, ни пиналки. Так, во что будем после Бомбермена, если будем, конечно. Чё хочешь. Ну, я так как не имел дела с эмуляторами этими, и толком игру уже не помню, на такую приставку, не знаю. Пока я боюсь, что может мы и не успеем ничего больше. Во всяком случае, с Щепочем, как минимум. Хотя, кто знает, может Щепоч сегодня дольше будет? Нет. У меня еще часик где-то есть. До работы. Собственно, как и Щепоч. В 11 уходит обычно. А! Кто живой-то? Уже никто, да? А что у тебя там за работа такая, чем там занимаешься, сидя на работе? Всем подряд. А более конкретно? Или это секретная информация? ПРЖД, нераспространяемая. Ну, вообще-то секретно, как ни странно. Ну, тогда ладно. Коммерческая тайна. Но спать там можно.
Ну, как бы да, если не поймают. Счастливый. Да некогда там спать. 7 пятниц на неделе. Ай. А ты ушел все-таки. И чё оно так мне рано, да? А ладно. Интересно, я пинать умею? Я точно умею. Чё-то не пинаешься ты у меня. Уже победил? Ну. Чистая победа. Много ли у вас на Дальнем Востоке живет китайцев? Большая часть или все-таки у вас там, как особая область, там живет китайцы? Загляни за границу, там их очень много. Ну, за границу, да. Ну, вот я конкретно про вашу. Да не сказал бы. Золотой! Офигеть. Тотального зерграша у нас из китайцев нету, конечно. Да там ничего у вас хорошего просто нет, наверное. Ни туда не мигрирует. Ездил ли ты когда-нибудь в Японию, или хотя просто за границу в Китай или Японию, еще куда-нибудь? Ну, мне там нечего делать, так что я не знаю. Не выездной. Раз у вас так близко оно там все. Не, мог бы, родители ездят, а мне лень. А они по какой? Тоже просто туризм или по работе? Да, туризм. Там что-нибудь прикупить. Попался. А, да задолбал же ловить мой кенгуру. Давай. Успел спастись. Ты видишь? Досмотри. Да, ничего. Да что ж такое? Чёрт, нет! Чёрный властелин победил, да? Ай, как так, нечестно. Да? Все самоуничтожились. Самовыпил. Лемминги, блин. Ты играл в них? Нет. На Сеге была неплохая часть. Хотя, наверное, с мышкой они лучше играют. Конечно, вторая часть. Первая это не очень. Нормально. Окей. Я слегка застрял. Это хорошо. Иди там. Не очень получится. Да, спасибо. Я уезжаю. Хочешь свернул в ту сторону, куда надо.
Ну что ж ты сделал-то? Я хотел спонтанно это. Он спас меня от позора. А, Йоши? Или что это такое? Кролики. Или не кролики. А, кенгуру это. А, блин, это же бомба, а не подбираемая бомба. А, я еще жив. Как там он? Ай-яй-яй, не туда пройдешь. Блин! Всех погубил. Что-то как-то у белого здесь явное преимущество, потому что он рядом с вагонеткой стартует. Мой жердяй был. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ровненько просто. Куда, блин? Опять все испарились. Как ну что же вы так, а? Как же так вышло-то? Ага. О, ах ты. Ай-яй-яй-яй-яй. А, давай. Ах ты, немножко промахнулся. У меня только одна бомба. О. Я тоже. А, мой. Ой-ой-ой. А чё они вертикальные? Какая-нибудь странно закладывается по-другому. Тебя спасла тележка. А прям в середку, если прям вот. Так вот, да. Ты попробуй попади по этой С. Сейчас. Никак вот. Ну, бонус-то хороший. Тут еще и ездили, так полагаю, эти укрытия? Да нет. А? Тут все ездит. Да. Ездит. Ай, блин. Когда стена трясется, значит все бомбы примагничивают. Черт. Что ж вы раньше-то не сказали, да? А я взял мину. Куда вы все поехали, там, блин? Да, 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 да. Ай!
Я не заметил, что я был жив. Ой, так нечестно, а чё она переключилась так не вовремя? Так. Это был хитрый план. Уйди, магнит. Это, ну, одна именно магнит не притягивается. Ну, видать, она сделана из особого сплава. Но летающая. Чёрт, подвиньте. Блин. Но от того, что она летающая, она всё равно должна примагничиваться, если она сделана из того же самого, из чего остальные бомбы. Бог убрал, офигеть. Куда вы поехали? Сколько минут с тобой полетело? Да блин, что как? Еще одну минуту этому господину. Да. Да. О нет, нет, нет. Ай. Пока. Сам тебя запер. А не хочешь перейти на меня? Что ж ты делаешь? Чёртовы магниты. Что у меня одна? Блин, то их можно перейти, то нельзя перейти. Потому что неправильно работают. О боже мой, сколько бомб! О нет, я все-таки я умер. Ты куда, блин? Ну двигайся же ты. Ай-яй-яй, ой-ой. Спрятался. Обложили. Я выжил. Легкая поступь, перк из Fallout'а, да? Ходишь прямо по минам. Без вреда для здоровья. А! Чёртовы магниты! Куда я полез? Ура! Да, давай. Еще раз. Ай, блин! Чёртов переключатель!
сидеть, я сейчас мину последнюю поставлю. И все, я безоружен. Ну взорви мину. Я даже убежать не смогу. Не я, не успел. Да бабабру. Уберите, уберите! А? Не надо там ехать. Ничья. Ничья. А если я встану прямо на том месте и переключать, меня раздавит, мне пи***ц. А чё моя мина, а вот она? Она сдвинулась, наверное. А, ну да, мужчина. Ух ты! Меня спас конь. И снова у нас глобальная ничья. Оно идет за мной! Правый щеп. Победил. Сейчас я буду боулинг играть. Да, не видать тебе рубашки, чемпион номер один. Мне хотя бы огонек максимально. Да. Десятый. Да, здесь и так же максимально. Нет. Ещё три. Ну да. О. Забавно. Это мой... Это было быстро. Просто мой уровень. Да? Да. О, нет, показалось. Нашел единственную безопасную точку. А? Еще бомбу можно собрать. Обу! Ах ты злодей! Подставил меня! А, блин, я забыл. Сильный удар. Не вышло оттащить мой любимый уровень. Да что ж такое? Давай, дистанционно подрываю в середине кегль, чтобы все сразу. Ха-ха-ха.
А новинки пошли. Чё за? Эбабр. А! Нет! Где я? Чё я? А, он... Где моя бомба? Где я вообще? В телепорте был. Что-то трудно. И снова я открыл счёт. Где я оказался? О боже! О нет! Что, где? А, вот где. Да! А, вот он я, синенький. Черт. Ну-ка еще разок. Тебя такого синего тут и не видно нифига. Вот именно. Я себя теряю. Нет, только не ты. Что угодно, только не ты. Ну, блин. Молодец. О! И я к тебе присоединяюсь. Оу. Потерял коня богатырь на скаку. На мини подорвал. Себя потерял, а вот. Все, пока. Классное место. О, открыли. Вылез удачно. Прям по соседству с тем местом, где был. Я оказался. Блин, на карте есть. Куда он вылез? Так, у меня кончились бомбы. И я не могу двигаться. Ну как же так? Ну! Нет, еще один шаг. Что с тобой? Меня крестовина заела. Какую атомную булку она встрачила на стик? Ну кто ж знал. Я и не пользуюсь в этих других играх. Ай, блин. Так, где я вылез? А, вот он, блин. Да что ж такое? Вот только так, если передвигаться. Спавня клавишу вниз. Тап! А попробуй выключить аналог, может у тебя будет работать с тиком. Ну, Xbox-овский этот. Джойстик. Уже богатей, значит. Почему богатей? Там ушел стоит дорого. Да, 2000. У нас 3. Сплит. Только так и умеем. Ух, а я думал сначала глаза думал на карте. Чуть лазерная.
Эмералд Зон. О, рупии. Дайте мне, пожалуйста, линка. Если я не взрывусь на этой бомбе. Нормально. Ух ты, конвейер. Бар-бар-бар-бар. Тут хоть бегать можно. Ну я там и не сбежал, слишком сильный взрыв. Симулятор почты России, блин. Положите, пожалуйста, на конвейер предметы, потом ждите, где он появится. А, ну кто мне свинью подложил? Йо, опасно как. Ай. Да бррр. Что дает синяя рука? Бросать бомбы можешь, в руки брать и ходить с ними даже. Бомбу поставил, еще раз нажал, зажал кнопку, она у тебя в руках. Щепыч, поправь микрофон, тебя не слышно. А я ничего не говорю. Ну как, я же слышал, ты объяснял, что делает синяя рука. Параллельно со мной. О, черт! Черт, ай. Починился уже, да? Ну где ты там ходишь-то? Здесь. О, нет! Почему оно снизу началось? Да, что-то неправильно. Читерное. Куда ты залез? А? Почему я не могу залезть в конвейер? Же конвейер только для бомб. Тоже повез. Что за дискриминация? Конвейер только для бомб. По расовому признаку. Если я тоже быть хочу отправлен на Чукотку. Бум. А, блин. Ты куда ты побежал? Что-то у вас тут больно много бомб на пересылку. Не-не-не-не-не-не-не-не! Да? Ищу щепыч, значит, что. А чё тут-то камушка оказался? Неужели я затащил? В кои-то веки. Последняя карта осталась. Вот она! Сейчас попробуем.
Опа. Ого. Почти попал. Чё-то как-то хуже, чем у меня даже. Чё там, 13 их, да? Да. Ух ты, чё с лезвиями? Нет, это телепорты. А? Лесная дорога с телепортом. Замечательное сочетание технологий. Ну, спасибо. И почему я не могу ничего делать? Ну ладно, поставим бомбу на него. А! Вылетел из угла. А чё он там? Как войти-то на поворот? Он только для для вагонетки. Пора в микрофон. Вот так вот. Чё ты такой быстрый-то, а? Ай. Да. Блец. Ай! Куда падать будет? Он почему снизу? Потому что ты снизу. Это новая карта, наверное, потому что... Тебя убило Лего. Да. Исчез мой золотой. Какой горе. Здрасте, ай. Блин! Я сам себя взорвёшь. Поехал. Блин, не могу. Черт. Вамп-то, наверное, не знает, что он может быстрее летать там сверху, если зажмет кнопочку. Одну. Какую-то из них. Мне просто хотя бы с крестовиной совладать бы. Не то, что быстрее летать. Ну что, готовы к нашествию дупла, Лего? Беги! И снова безысходность. Либо бомба, либо Лего. Да, ёпа! Ай! О! Как так-то? Да, ты сам чуть не взорвался. Я вовремя подпрыгнул. Ну блин, не надо мне его выбрасывать. А, она теперь другая уже. Ну двигайся ж ты! Окей. Ну чё ты не прыгнул? Мою руку отобрали. Ай, ой, о. Ай. Оу. Не, блин. Кто ж знал? Ай, победил Индиана Джонс на вагонетке. Ну ладно, эту группу играли. Че, еще можем поиграть на флэсе? Предлагаю пройти уток с вампом. Что за уток? Ну ты даешь. Я боюсь только у вампа с таким... Ох ты ё! Не, сейчас переназначить можем. О, попал.
Что-то там ничего интересного, нас... правда, не дали. Настройки надо переназначить с управлением потом уже. Че, выходим. Я могу, конечно, сделать вообще ересь, нажать не на стики, не на это, а на кнопки именно X, Y, B, A. Если у тебя стик работает, так зачем? Назначь на него, если у тебя работает. Ну это ж, конечно, ересь. Можно, но нормально. Ну, на PlayStation не играли. Так. Красный покатился. Что? В чате. А, да. Это я чану. Ну так что? Будем сидеть, чтобы я смог скачать заранее. Уток. Что за утки? Оооо. Утки, это бич. Тебя боюсь. Там не смеющаяся собака? DuckTales, который... Нет. Боюсь, что, говорю, у вампа с таким пингом меднафин-то может и не заработать особо. А, это же меднафин, да. А, меднафин нужен. Так, икс. В общем, вы давайте там выбирайте что-нибудь типа быстрее-то. То сейчас чепчик-то уже уходит скоро. Микромашины на Денди. Ой, на Снессе. На Снессе микромашины? Не, есть-то они есть, я имею в виду, они там на четверых. Не знаю. Я гляну. Правда, я не знаю, можно ли посмотреть. А, мне их разархивировать надо еще. Супер микромашины по-любому. НЛП. Нифига нет микромашин. Супер Метроид зато есть. Ладно, просто микромашины. Микромашины 2 турбо-турнамента есть такой. Правда, это, наверное, ровно то же самое? Скорее всего, нет. Немножко отличаться будут. Вопрос только, будут ли они работать. Мы, по-моему, пробовали уже тогда, читай. Они работали вроде. Сейчас глянем. Ох, как много. Бета, они все европовые. Нафиг запустился, если нужно. Чё? Ребята, нафиг запустить. Да. Наконец-таки. Желательно бы запустить. Что-то мой завис почему-то. Океан. А, все. Помню, они хорошие делали. Connect Files. 4 игрока. Команды даже есть. Двое на двое. Если на вышибание. Так что можно играть-то. Лишь бы она работала. СНЕС, да? Сори, даже не что был, там у вас? Странно. Что вы выбрали? Микромашины, наверное, я не знаю. Ну, щепочи опять в микромашины понесло. Ладно. Ну, если у вампа будет нормально, то работает. Сегодня день щепочи. Так что слушаем его. Так, а где его? Скачать эти микромашины? Сейчас дам. Знаешь, вроде. Ну, я просмотрел, что там, судя по всему. Еще нет, значит. Так, моя Е, обычная Е, да? Да. Не, я прям готов. А, ты эмулятор, что ли? Mm-hmm. Ну, он уже готов, кажется. Только там название надо будет поменять. Потому что оно, когда закидываешь, оно меняется. Ну, так лучше как раз такое оставить. У меня вот так вот под... Ну, со скобочками только, да. Как-то, в общем. Ну, так что, как мы его называем-то? Так? Как я прислал или как пробел с подчеркнутым вообще, пробелом? По идее, без разницы, на самом деле. Как не, играть ему там, это игры надо, чтобы одинаково назывались. По-моему, не обязательно. Нифига, не запустится. Нас кажется, что нет такой игры. Да. Оно ж по внутреннему имени все равно там пишет. Ну, может быть, сейчас попробуем. На Денди во всяком случае не давало. Ну, так кто Денди?
Ну да. Здесь название какое-то такое же. Сейчас посмотрим. Все. Что-то я SNES открываю, и он у меня просто висит, ярлычок в трое, и все. А на экран не так разворачивается. Было что-то украсно такое. Как вы умудряетесь получить ярлычок в трое, меня больше всего интересует. Ну, в смысле этот, в... Там, где пуск, и все остальные. А, в этом трое. Ну, то есть окно-то есть? Ну, это и есть трое вроде как. Ну, трое вообще это то, что там вот справа маленькие иконочки. Ну, может быть. Ну, в том же поле, короче говоря, можно сказать. Панель задач она называется. Ну да. Ну, я там есть что создал. Смысл того, от этого не меняется, он все равно не работает. Ну, собственно, рассказывайте, как лампу как это исправлять. Диспетчер, зайди, его может закрыть надо. Да, уже четвертый раз закрываю. Нет, в самом диспетчере там процесс, может быть, какой-то он остался. Тебя понял. Заходишь в SV-info и находишь там, собственно, замечательную вторую страницу, второй пост, в котором написан адрес настроек эмулятора. Вычищаешь их. После этого все будет хорошо. Единственное, что настройки придется заново делать. Так... Через этот, что ли? Это удаляется, что ли, или никак в реестре? Ну да. Строчку или как? Угу. Рагедит. Микромашина с 2. Чё-то, по-моему, мы запускали эти микромашины. Чё-то он не видит у меня. Приехали. Чего не видит? Игру? Да. Значит, списки нету. Когда пытаюсь запустить. С виду точно так же выглядит, как на Генсе. Да. Нет, там музыка другая, меню на 4 игроков сразу же. Там тоже такая. Было так. Когда красный переименует, как я внизу под файл написал. В общем, чтобы подчеркивания не было, а просто вот это. Нет, так мне. Да это не играет роли вообще никакой. У меня он вот так. Играет, же. Играет. Ну, я сейчас не нашел уже. Ты вот можешь сейчас присоединиться, не переименовав? У меня вот сейчас вот так называется. Смотри, я тебе покажу. Вот так у меня он называется. Ну, вот ты попробуй. Нифига, не так он у меня называется. Ну, приблизительно. Я понял, что с этим, с подчеркиванием. Я без подчеркивания. Вот присоединись, попробуй, получится ли. Шанс. Не видит все равно. Блин. Где ты там? Файл, Netplay, Emuland, где-то там у нас микромашина с 2 евро, вот это что ли? Ну и все, что? Не знаю. Ты красный на одного-то запусти ее сначала. Да так, я не вижу ее в списке с тамом. А что ты сделал, чтобы ее увидеть? У меня запустилось. Так. А джойстик настроил? Да вроде, да? Хорошо. Не пускается. О, кто бы еще управление рассказал? Ну, блин, что же делать? Ну, в смысле, она у тебя что, сам на одного игра тоже не запускается, что ли? Ну, так, я не могу ее... Выбрать, да. А так, как ты ее выбираешь-то? В списке она-то у тебя нет ее, да? Да. Что ты делаешь, чтобы ее открыть? Списки нету. Файл. Лот гейм. Но. Да? Но. И все. Переименуй ее тогда. Так а где она у тебя лежит-то? Или может ты ее не скачал? Может ты расширил? Ааа, блин, все увидел. Да. Ох-ох-ох. Привет. Перепутал диск. Мучина с 2-2. Короче, на каждом диске по эмулятору. Да. Господи. Ой, коллега. Ура.
дерв, ты там пропал, вышел и все. Я пошел искать, как он запускает. Сейчас посмотрим, насколько у лампы будет. Неправильная реакция. Ну, лампу да, будет тяжко вообще. Сейчас посмотрим. Это не что там, касса открыл с деньгами? Секретная. Печатная машинка, блин. Ну, заставка какая. Севен, что-то там. Ну. Что нажать просто? Ну, надо расставить. В порядку пошли. Плеер один. А почему плеер один? Мне кто-то другой выбирает. Или тут все сразу выбирают? Ну, ты выбирай плеер один, ты плеер один. Да. Ну, рулим тогда за рулем. Начал. Плеер один. Нет. Плеер, вамп выбирай. Я? Да. Окей. А, пойдет. Ну, графон здесь, по-моему, похож. Ха-ха-ха. Красный, тебе не повезло. Ну ладно. Так, чем выбирать-то? Какую кнопку? Сейчас я как выйду куда-нибудь. Стартом, стартом. Стартом. Ну, картинка другая. Хуже, чем на Сеге. Да, вообще жесть по сравнению с Сегой. Порт галимый. Так, чё жать? На кнопку Б ехать, наверное. Блин. Сейчас думаешь, узнаю. Я знаю, где у меня Б? На Х. О, да. Я даже поехал. Ой, кто? О, блин. Даже, это как это... Движение какое-то галимое по сравнению с Генсом, да. Так, я красный. Я зеленый. Я синий. Я синий. Разве? Да. А я тут желтый, а ага, я желтый, ясно. Что-то вообще. Ну что ж, рвёшь-то всегда. Быстро. Уже все? Ой, блин. Да, на Сеге она была получше. Мужик из Full Throttle победил. А чё, она сразу сбрасывается? Да. Может, чемпионат тогда надо было выбрать? Торнамент? Тут уже назад нельзя. Да, но Миднафине было поудобнее с этими, со сейф-стейтами. Да здесь они, наверное, тоже есть. Так, выберу своего персонажа, как выгляжу. Ну что, готовы? А то! Ну я узнал, что ехать надо на А все-таки. Я узнал, что другая кнопка тормоз. Где тут бибика, нету такой вопрос теперь. Треугольник, например. Уа! Кажется, это не тормоз. У меня что-то звуки заиграют мне. Торможение, гудение двигателя. Ты снова сделаем всех рвёт. О, я понял. Да, я все-таки разобрался, где я. С музыкой. Теперь я понимаю, почему я не слишком люблю гонки от Code Masters. Чем все. Не, на Сеге она получше. Что-то я не пойму, тут тормоза нет, что ли? Не важно, зачем. А зачем? Ты что? Как зачем? Ты что? А, во, есть тормоз. Поворот. Я нашел тормоз. Ты что не нажал? Поздно. Блин, там поворот был. Кто музыку испортил? А, доехал. Да, блин, это оказалось дырка. Я даже победил. Ну ничего, я взял серебро. Race again? Нет, там нет. То же самое. А может быть, сейчас турнамент включим. Зачем нам турнамент? Руки Race Mega Mix Pro турнамент. Ну хрен нет, ну хотя бы он не будет сбрасываться. Но главное, что и назад нельзя, наверное. Назад уже не выйдешь. На Genesis тоже нельзя было. 30 поинтов. Race 2, а что они как странно называются? Ну что ж, вы так всех забрали.
Тебе нужен алкаш или растаман? Выбирай. Что-то походу бибикани тут нету, нифига. Может и есть. Может на R или на L. Я пробую. Они нифига не делают вообще. Куда еду на вообще? На старт, может, или боюсь, что старт сделает паузу. Селект тоже ничего не делает. Я перепробовал все. Чё с музыкой-то, блин? Органное пение не слышу. На одной этой ноте. До. Ну как так вообще? Да, каждый раз появляешься в разном месте. А, это выход. Да-да. А! Медалёт. Там обычно был перелет всегда. Вау! На Генсе. Я выиграл. Винер. На обоих. Музыка тут вроде получше, все остальное хуже. Когда она есть. Что она так плохо едет-то? Или здесь система столкновений такая плохая? Черт, коллизии. Я так и знал. Да. Ну там достаточно. Да. Столкновение здесь вообще. Совсем не то же самое. Раньше времени ты похвалил этот океан. Ну я ж не упал, ну что за фигня. Ну не то чтобы ухвалил, я просто помню, что какие-то еще игры были, в которые я играл. Да ёпт. Ай. О! Отлично. Еще разок и ясно выиграю. Нет. Да хватит пихаться. Нет. Я почти что повернул. Не знаю, что тормозами надо. Поворачивать. Да ёпарас это. Чё-то меня тянет в море. На пол. Да. Чёрт! Да и занос куда больше, чем на сей. Блин. Хватит пихаться. Вроде так сократил хорошо, не в ту сторону свернул. А, блин. Да ёпта, красота. Не, надо пробовать Midnuffin, там хоть то и другой нормально будет. Там хоть можно на Сеговскую перейти легко в игру. Какая что там тормозит? Ну я же почти затащил ноутбук. Да ладно. Я там вообще уехал. Да. Пора чуть пора. Рано. Ну чё ты? Я хорошо же повернул, да я вообще там ближе был. О! Ну наконец-то. Здесь эти срезания не так учишься, как на сей. Более продуманно. Зато, видишь, трассы не надо выбирать, сами выбираются. Да еще и другие. Ну, зато рандомные, а там хотя бы по порядку все прошли. Не рандомные, просто случайно. Другие. Если оно турнир начать, то они такие же. Блин, опять. Я уехал дальше. Сейчас увидим, тут так же ли тут, как там на Гельсе. Всем пока. Ну давай назад. А тут не так. Ну что ты делаешь, красный? Да как так-то? Я нормально съехал.
Почему? Чан спрашивает, кто есть кто. Я синий. Я желтый. Ура! Желтый тащит весь турнир. Хо-хо! Конец, да? Че, все что ли? Да. Закончился турнир. Ну что ж ты сделал-то опять? Надо ресет нажать, а нет ресета. Ну короче, надо какую-то другую играть, да. А что-нибудь пострелять имеется, Али? Я думаю, что это можно. Ну это в смысле удастся. На Сеге, я тебе могу сказать, есть болтшут игра. Там на двоих. Ага. На четверке имеется, да? Есть на Sega сад, нет, как там, Sega CD, там есть какая-то такая танки, вид из глаз, она говняная. Помню такое. Может быть, это самый Sunsetter Riders? Нет? Пять. Надо новый эмулятор вам поставить. Ну да. Да не вопрос, что тут 3 секунды скачать. Ну ладно, мне тогда качать. Мейм? Так он же скачан уже. Ну, значит нет. Отлично такое. А на коров-то на двоих там, да? Или на троих коров-то? Четверо. Тоже ничего. Я вот правда не знаю, у меня тут это... Эмулятор 067. Ну, Sunset Riders у меня... Нет. Сейчас пойду искать. Черепашки ниндзя тоже ничего. Random beat'em up. Ну, мы с тобой играли уж с красным. Вот нашел Sunset Riders. Тут у Sunset Riders ты не играл. Ну, я на Сеге играл. А что, мы с тобой не играли, то в Sunset Riders, что ли? Вроде нет. Нам бей, я сам... Действительно, был Чан. Щепч не играл в Sunset Riders. Был ты, я и... Гурен еще играл. Я тогда Гурен был. А что, ты скачал? Или нет? А. Ниндзя, бейсбол, Бэтмен. Так. Трок игра хорошая. Да. Кстати, я нашел Sunset Riders. Ой, не то нажал. Стоп, галеры сервер. Туда же на эмулент, наверное, да? А, да. Вот, все готово. Куда ушел вам? Я тут, но я не знаю, что скачивать надо. Я тут здесь, да. Маме ты уже скачал, говоришь, там вот скачай игру Striders, весь архив. Мейм и где? Ну там 4 игрока и где-то так третья снизу. Это ты загнул третья снизу. Может не третья. Скорее сверху. Пятая. Даже седьмая. Сверху дальше. А? Так, 4П, да? Угу. Ну, в общем, где-то в середине еще. Вот, в Вампа ты магику уже играл, а смотрел, он у тебя есть там в стиме. А которую из? Ну, первую. Две. Да игрался, у меня где-то даже запись была, где мы с Одином там еще с кем-то рубились. Ну, у тебя даже Один кстати, нормальный, знаешь, был. Че, у вас там не было глюков-пингов?
Да нет, только убивали друг друга часто. Так, и куда закидывать это все? Ну вот все, что там есть, это вырежи и вставь папку с эмулятором. Ну, то есть делать все эти основные папки. То есть маме 119. Не просто копировать туда, да? Копировать замены, да. Врешь. А, ну да. Что-то я. Потом эмулятор спускаешь, и там список обновить, где там сверху есть иконка такая. Листочек у нем. Две стрелки зеленые. Ну, короче, как появится, так запускай там файл. Там есть калера, гейм или что там. В общем, короче, там увидишь. Слово скалеры, но второе. Первый там сервер запустить. А, да, точно же управление надо настроить еще. А там прямо в игре можно. Так, старт сервера, сервер. Не есть, учи да? его нет, плохому. Не сервер. Там калер, join калера гейм или что-то такое. Ну, короче, вторая строчка, не сервера, под ним которая. Калер play. Ну, заходишь на эмуленд, там, ищи красно. Вроде здесь. Ну, сейчас пока игра запускается, нажимай. Sunset... А. Ну, сейчас игра пошла, нажимай tab, и там будет input his game. Input his game. Коинов сколько там ставить? А, ну это... Нет, это кнопки, которые ты устанавливаешь. Так, а которого игрока надо ставить? Какого? И еще одну секундочку, микшер. Так, какой там? Еще раз, не расслышал. Для первого. Джойстик не работает, я полагаю, да? Не-не, а, не, Xbox не должен работать. Чаннер играл, по крайней мере. Ты галочку не поставил на настройках для джойстика. Окей, значит будем на клавиатуре. Да, в принципе, пойдет управление тут, оно что? XZ. Вверх, вниз, вправо, лево, всё? Наверное, уже привык, ну, куда-то. Короче, то, что желтые, те, что желтым выделены, кнопки, те его нажимай. Ну и все. Пойдет. И там внизу еще где-то старт найди тоже есть. А или здесь. А, здесь старта не надо, что ли? Ну, нет, тут нету такого. Нету тут старта. Тап нажимай. Ну какой? Клоун какой-то с красными губами. Так. Ну, короче, пресс-старт есть. Кидай монетки. Как? Которую ты кнопку назначал, там цифра 5 по умолчанию была. 10 или сколько их нужно? 99! Насколько ты уверен в себе? Так как у меня самоуверенности много, ставим 99. Саймон Гридвелл. О, я сильный. Или нет? Все. Ты 120 накидал. И теперь уберем себе на 120%. Сейчас, секундочку, я немножко громче сделаю. Есть. Вот, ну что, гламурные ребята, пойдемте убивать. Как прыгать? На Б, ну на второй блок. Нарисовано прямо. И вверх держи, когда ты пойдешь. Ух ты. Это что такое? Крупа, я думал, как раз. Тут трудно понять, кто враг, а кто не враг. А, там пистолет пропустил. Он меня вилла убил. Блоф. Ух. А, имеется в виду, я думал, подними, давай, Гай, скорее. Надо наверх запрыгнуть, там корова будет. Вау! Можно бежать. Ну так же веселее. Стреляй в корову. Ай, блин, что ж вы натворили-то, а? Все пауэрапы потерялись. А, ты спрыгнул? У меня их не было. О, двойной пушка. Ай, бомба. Так куда ж ты кидаешь-то его? Надо было назад. Там корова сейчас будет. Опять. Может. Можно прыгать, быстрее будет. У тебя вам нормально управление спекается? Да, вообще отлично. А еще. Черт!
Не все еще пробежали. А чё, патрон кончил? Босс! Стрелять ему по шарам, точнее по бочкам. Ну, по-моему, даже лучше помет. По ходу дела все равно у меня. Ай, бомба-бомба, или чё? Ой, парень. Меня раздавили. Блин, за этими этими сообщениями ничего не будет. Что это такое? Деньги, деньги надо собрать. Он там про мани сказал. Босс, да мани же кратил. Кто у нас там крутой? Второй игрок. 23 баксов. Хавки, хэнхэд, пил. О, на коня. Соколиноглазая рука. Чего, не стреляю? Нет, стреляю, но не видно. Оружие, наверное. Да нет, у меня просто дробиной стреляет, а у вас эти. Ты единственный раз, двое с оружием, двое с. Ай, блин. Вот ауч. О, деньги, деньги. Да, их лучше сразу не что. Ну, в принципе, даже можно распределиться каждый свой угол. Да? Сейчас бочки попнут, что. Да. Ух ты же. Вау. Какая красота. На весь экран. Майкл Бэй. Плохо несет пистолет на это. Расстреливаем по паровоз. Марти! Марти, нам нужен паровоз! Вон, стоят там. Микрофон поправь. Так? Да. Да, я так. Что ж он тебя спадает-то вечно? Да не, у меня все в одном месте. Ну ты что-то делаешь, чтобы он стал нормальным? Ну я сразу раз только сдуваю, может. Что он тебе не закреплен? Да нет, нормально. Че, я умер? Как так? Я даже не видел, на чем я умер. Наконец. Это нормально. Купила мама коника, а коник без нори. І гицит, гицит, гигигигигиги. Или как-то так. Ух ты, а как там на седле свешиваться так? Прыжок вниз? Вниз, вниз просто держишь. А, так что это дает, правда, порядок. Ну, защищает от верхних пуль, по идее. Вот он, кто-то там. Пост номер два. А как нам стрелять? Или мы попадаем? Попадаем, попадаем. Прыгает. Ну мы вверх стреляем, да, мне кажется, да. Помощники закончились. Это Gears of War прям какой-то, да, у него. Опа, он здесь. Он здесь, да? Чё-то он там это удумал. Стрела в колено. Чё он там потерял-то шляпу тоже? Босс дамажинкс, третий игрок. Шут энемис, ну как будто бы здесь есть что-то. А нажимать надо или просто направлять? Так, кто какой? Да тут нам без разницы, просто тыкай в нужную сторону. Я первый. Я четвертый получается. Да. Как-то не по кругу тут влезает. Что-то зависит. Напоминает старую игру, которая про ковбоев какой-то на досе была. Вообще по бутылкам вначале стрелять надо. Я играл только на этой. Ганман, олей, на дэнди с пистолетом. Ну тут уже все, да, уже можешь хаотично нажимать. Тут успел 28 тысяч. Пытался прицельно, когда они вылезают, честно нажимать, а нифига, только шестерых побил. Ух ты, какой страшный. Dark Horse.
Ну, курица, зачем курица? А, там этот, Ой-ой-ой. А, все, он что ж, вы не бросили-то его? Я думал, он на одной плоскости только взрывается. А, я что-то сгорелся. А куда я всунул? Я сгорел, осторожно. Я бухнул. Грабли! Блин, кто я-то вообще? Я. А тетки, может, они хорошие, может, мы нет, они динамиты кидают. Как раз такие, которые надо обратно кидать в них. Там это бомба. Да. Или что это такое? Там розовые бочки. Розовые бочки. О, у меня пулемет. У меня пулемет, я крут. Ай, куда я пошел? Ну ладно. У меня нет пулемета. Я не крут. А чё, куда бежать-то? А, вон. Червяк Джим. Синули меня прям в плане. Да блин, вниз спрыгай, куда-то вверх-то прыгаешь. А, не, можно так. Блин, меня раздавили. А, подождите, о, забежал. Интересно, на Миднафе не будет контра Сегурска нормально работать? Должна. Генс он все время там рассинхрон давал. Прям сразу же на первом бойсе, а то и дает. Ну, микромашины-то идеально работали. Ну, да. Да и здесь, а. Там не может быть рассинхрона-то. Да есть. Нет, я имею в виду на Миднафе. А, лошади брони. А чё я? А, вот. Прыгайте и... Да я... А, блин, не стреляй меня. У меня столько пауэрапов, я не хочу всё терять. А! Как он вверх подстреляет? В нас? И всё вот-то. Что-то он быстро больно помер. У меня много пауэрапов было. Опять третий левок, точно. Наверное, много пилана. А, это её килл, кто-то там. Сейчас же, уровень в сауне там внутри. Сразу босс. Двое фокусников. Марио Брос. Что с ним делать? О, ещё одна тётка. Две. Три. Кто больше? О, девчонка моя. А, их развязывают? Да. Ай-яй-яй, а где я? О, нифига, я на люстре. Я. Ах, я же горю на ней. О, на люстре висеть не хотел. Вот без толку, но все равно. Да не, почему? Ты когда летаешь, ты то в одного поворачиваешься, то во второго. Опять горю. Нет, там просто центр бросили огонь. Уйдите, девчат. А, левый-то муж давно забили. Он взорвался. Гудини. Майкл Джексон, синенький. Mm-hmm. Билли Джин, или как он там? Как-то они не привлекательны. Как бабушки старые какие-то выглядят. Однако как тебе нравится. Пинают друг друга как будто. Я даже отвернулся. Секретный ревард какой там дадут. Ну, нажмите что-нибудь. Какая награда за трёх. А что тут, старта нет? А, еще четверо, что ли? А, нет. Да, еще четверо. Блин, Греку. Нет, там первые два туш вроде были. Нет. Блин, это самый сложный босс здесь. А-а-а! Какой горячий парень. В розовых пластинах. Пора на работу, да? Нет, 6.30. Еще как бы не пора, но... Ну скоро я пойду. Ну главное, что 6.30, да? Да. Как факт. Ну как. Быстрее! Я не успел. А я успел. А, блин, осторожно, там эти столбы. Где? Впереди! Вот, приседай! Молодцы. Я якобы успел. Он просто конец нажимаешь, что сначала вниз стреляет, а потом уже только... А вот здесь надо было прыгать. А, прыгнул. Никто не рассчитал на это. Ай. Вчера вспоминали это, когда в мумесах там этих тоже были столбы, там этого нету. Там они насквозь проходят через них. Что с ним делать? Садомазо босс. Сзади.
Надо с разных сторон просто стоять. Да. Его переключит всего. Просто да. Когда он какое-то время посидит, лучше убегать. Или присесть. Откуда точно? Ну не там. Щит потерял. Шляпу. Далеко он бросил ее. Просто передал за рук руки. Прыгнул с поезда. А я что, его шляпу спел? Да. Поносить дал. Модная была. Ну я, короче, понял. Прицельно, честно стрелять здесь будет невыгодно. Ну пульки ж бесконечные, чё уж. Ну это да. Ну я хотел, как надо. Как задумывалось. Кто тебе сказал, что так задумывалось? Ну уж явно не так. Почему? Да, интересно, на автомате там, ну да, пульки. Я думал, там пистолет был отдельно приделан. Ну конечно. Если был пистолет, мы бы тут застряли бы. Ты тогда в обычном режиме тоже не стреляй во все стороны без конца. Прицельно стреляй отдельно. В каждого врага. А, того мужика просто рот такой же. Курительная смесь. Трубку мира забей. Ай. Что вы там его не можете прикончить-то никак? Ну, уклоняйся от его огнёв. Воу! Не вовремя ловушка сработала. Экран подвижен. Как раз таки вовремя. С точки зрения ловушки. Ну, ём. А! Да блин, прямо в окошку мне стрелой. Нормально. Ну, у меня два пистолета тут взялось. Ну ты серебряную эту штуку взял. Да. Идем, идем. Я думал, вверх поедем. Там какой-то. Вверху. Че тут? Ничего? Как думаю, не надо было. О! Успели все. Это, ну ладно. Хотя бы они друг другом не убивают, просто прикосновением. Ну, уровни короткие, такие. Че, он с ближним боем дерется? А нет. Меня прикрыли. Ну тут его тоже надо с разных сторон. Всяким боем. Да куда я так не уклонился? Ах ты какой жесткий. А, ты по скатке есть, да? Да, нажимаешь в сторону и вниз и... А чё ты нифига? А, во. Ну он такой, хитрый покат. Только толку от него мало особо. Бессмертным ты не становишься. Просто уклоняешься. Этот босс трудный, а тот чё-то не очень. Знаю, по-моему. Тут как раз... Тут если аккуратненько играть между его ножами, пролетать, то что тут сложного? Я вот пытаюсь, и что-то у меня ножами прям затыкивает. А там вообще жесть, он мало того, что все блокирует, так еще и своим кнутом во все стороны бьет. Так он, надо с разных сторон стоять. Ну да, как ты один будешь с разных сторон старать? Ну, один. Один. Ну там суть в том, когда кнутом машешь, тогда его и бьешь. Тетку добей и пошли дальше. Mm-hmm. Чтобы не мучилась. Mm-hmm. Он страдает и сидит. Дался пока локо. Пулеметчик. Опять на конях. Какой-то там фильм был этот. Неуловимые мстители, да? Вряд ли. Проверь, он не про ковбоев. Он про революционеров. Упух. Надо все-таки каждому в свой угол стрелять, тогда будет более выгодно. Рассредоточились. А! О, взял! Две пушки. Прекрасно.
Как ты умудряешься лошади управлять, стреляя из двух пушек? Мысли передает. Синхронизация. Что это за кони такие? А, они там сбоку висят. Тихо. Здесь тоже сложность на минимум поставлена или нет? Обычная, стандартная должна быть. Я до сих пор еще 9 контов не закончилось. Босс. Правда, у меня последний остался, но не суть. Закончились пока еще. Тебе не угодишь. То тебе не нравится, что слишком сложно. А в забор нельзя стрелять, да? Надо прыгать. Там гранатами кидают. Там еще и злодей какой-то. Ой, блин. В принципе, да. Прыгать вроде не трудно. Ай, меня прямо стрельнул гад. Прыгать не трудно. Я так понимаю, за каждую монету-то дают несколько жизней тоже еще как бы. 3 жизни сразу. У меня их аж целых 4. Мне кажется, еще и там дополнительные выдают. У меня ближе 4 пистолета наверху. А было до этого цифру с пистолетом. У меня было 0, я положил монетку, мне 3 даже. Просто, наверное, 4 последних жизни помню. Я вот монеты еще вообще не закидывал. Ну, о, видишь, стало 5. Я 5 стал. Не, за монеты 3 жизни. У тебя 180. Не, я второй игрок, у меня 3. А, я 4. Да. Ну, там у кого-то 211. Lost level. Last level. В смысле, все, что ли? Последний, да. Ай, я ходил, не одного, так. Вовремя остановился, брат. Дайте мне эту штуковину. А-а-а. Ай, она пропала. Прям как в танках. В контре тоже пропадают повера-па. Бабах. Рюк. Интересно, да. Своих убивает. Так, кстати, ты про какую контру-то говорил на Генсе, которая... Ну, там у них одна. Хардкорпс? Да. Странно, я уже проходил ее на обычном Генсе с другом. Ну, не знаю, мы со Стокером пробовали, у меня у нас... У кого-то это, закончились. Я знаю, я ищу, где у меня монетки накладываются. Нет, 3 жизни дается только. Осторожно, динамит. Не надо нам это. А, граната лечит. Ловушка сверху. И ловушка тоже. Да. Камушки! Камушки тоже. Да. Ай, ай. Пулемет. Стреляй, не надо стрелять. Газингу. Ай, как я не... А, нет, ой. Это я. Самый огонь вступил и живой остался. Чё они? Или все уже пришли? Мы немножко застряли, чё-то. Может, мы кого-то не упали? Не, нам по-любому надо ли он туда наверх или вправо? Хурюк. Сейчас на нас будут гранаты падать. О, хорошо. Вроде. Нам наверное вниз надо, не? Мы слишком, нет, мы слишком нет. Торопимся, мы, игра не успевает за нами. Много мой всех появился. Ай-яй. Как я стою, он не попадает по мне вообще. Ай, попадает. Где-то, до этого не попадал. Ну, а тут разной скорости нажимаю, сразу по-разному это. Стреляет быстрее. Ты погоди, ты еще попал. Это кто, враг или не враг? А, враг. Интересно, ножами не пырянется? Да погоди, ты, только пистолетик. Только манерно стреляет с пистолета, блин, а куда я стреляю там?
Это все? А, где? Да вон он наверху. Все-таки потребовалась 10-я монетка. Я уже 12 забыл. Ну оставьте его в покое там уже. Он, по-моему, сейчас встает и воскресится еще. Бронежилет, сволочь. Ага, подкат смертельный. Тоже не Марти Макфлай. Нам надо уходить. Да я вот так вот прыгнул, он прям предугадал, прям меня. Ну это как в Ultimate Mortal Kombat, да, против компа драться. Где он все твои нажатия считывает. Что-то мне это не нравится. Не, все, конец. А, все, кончился. Застрелили моего розу. Ну и в общем-то я все. Сегодня хочется. Сейчас, я, подожди, наверное, хоть до конца-то всего этого дела. Ух ты, еще лето! Банка грабили. Банкиром он был. Че, только одному деньги достались. Ага. Мне! Я сейчас и так при закатном солнце так. Все что ли, да? Ну отлично. Ну как тебе игровая сессия на четверых? Или нормально. В принципе это не первый опыт игровой, поэтому нормально. Да нормально, чё. Ну ладно, присоединяйся еще на следующих выходных. Ну, если что. А ты говоришь, не эти, не мстители. Все как в фильме. Там мертвых с косами нет. Мы просто пропустили. Вот они. Ну ладно, короче говоря, я все, я пошел. Ну, ладно. Угу. Удачи. Угу. Че, вы еще будете во что играть вдвоем? Да нет, я тоже, наверное, уже все закругляться буду. Ладно, тогда. Всякие дела еще надо доделать перед всем этим делом. Ну тогда ладно, все, всем спокойной ночи. Да. Да. Спокойной ночи, давай. Всем пока. О, господи, что ж ты творишь? Какой страшный сын. Ладненько, все, давай. До следующей субботы, пятницы, или когда там мы еще увидимся. Спишемся, в общем. Ну, спишемся мы и в понедельник, наверное. Ладно, все, давай, счастливо. Спасибо. Пока.